Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выступил с обращением к жителям Комсомольска-на-Амуре. Он рассказал о перспективах развития экономики и социальной сферы города. С подробностями наши корреспонденты. Основа экономики Комсомольска – промышленное предприятие. На авиастроительном объединении сейчас строят гражданские и военные самолеты. Заказами загружен и судостроительный завод. После нескольких лет фактического простоя вновь начало работать предприятие «Амурсталь». Появляются в городе и новые производства. В ТСР «Комсомольск» уже зашли 23 резидента. На 8 площадках выпускают комплектующие для машиностроения и железнодорожного транспорта. Заработали предприятия по переработке и утилизации автопокрышек, а также по производству твердосплавного инструмента. В город пошли инвестиции. Это очень хорошо. Инвестор, он очень чувствительный организм. Он чувствует, куда надо идти, а куда нет. Он видит, где есть кадры, где есть понимание, где инвестора ждут. Как подчеркнул в своем обращении губернатор Вячеслав Шпорт, развитие экономики – это не самоцель, а фундамент для решения социальных задач. В Комсомольске сейчас строится несколько медицинских учреждений, в том числе детский больничный комплекс. Открываются новые спортивные объекты. Началась реконструкция дорожной сети, которой здесь ждали несколько десятков лет. В правительстве края разрабатывают новую программу по переселению из аварийного жилья. Сегодня мы готовим новую программу, у нас примерно уже мы посчитали 90 тысяч квадратных метров по краю. Мы сейчас приступаем к формированию новой программы, ликвидации аварийного жилья, теперь уже который на этот год. По словам губернатора, задача на ближайшие годы – выполнить план комплексного социально-экономического развития города. На его реализацию из федерального и краевого бюджета выделяется около 63 миллиардов рублей. Алла Баковкина, Антон Петрович для программы «Новости».